золотые мои. На моих часах 22:40. Я еще не сплю, только что закончил начитку 22-й части моего романа «Под солнцем южным». Вы, наверное, не в курсе, но если вы не в курсе, я вам глаза раскрою. Каждую субботу на моем канале выходит очередной ролик для спонсоров. Вот уже 22-й ролик. 22 недели, почти полгода я начитываю свои романы. Когда закончил начитку, у меня первая такая мысль была: Господи, как хорошо, что на канале есть спонсоры. На сегодняшний день их 61. То есть люди не просто разделяющие мои точки зрения, мои убеждения. Люди не просто, которым интересно послушать меня, но и готовы просто, не знаю, даже дело не в том, что поддержать материально. Поддержать материально, да, но разделить ответственность. Что да, вот я этого парня спонсирую, я разделяю вот его взгляд, я желаю ему благоденствия. Люди желают мне благоденствия, разделяют со мной ответственность за канал. Это была первая мысль. Хорошо, что на канале есть спонсоры, хорошо, что на канале есть сподвижники. Вторая мысль. Хорошо, что на канале нет вас. Никого из вас нет. Особенно ту мразоту, которую я забанил даже здесь. Вот которые оказались забанены здесь. Это, наверное, пидорасы просто, блядь. По своему мировоззрению, блядь, это пассивные гомосексуалисты, блядь, это пидоры, блядь, которые, блядь, оказались забанены даже здесь, блядь. Я наблюдал таких девиантных, блядь, вот на зоне. На зоне есть тюрьма, для кого уже даже зона не исправляет, блядь. Ну, один раз тебя выпизнули с канала, нахуй, ну, веди ты поскромнее, дали тебе второй шанс общаться с целым писателем. Ни у кого из вас нет такой возможности общаться с писателем напрямую. Все вас в этой жизни считают за хуету, в том числе и я, но, по крайней мере, я-то снимаю для вас ролики, как-то общаюсь. Нет, блядь, обязательно надо хуйню какую-нибудь мне написать, блядь. Чертоплясы, блядь. И вот я что подумал, как хорошо, что нету вас, никого из вас, особенно вот этих забаненных хуеплетов, на моем основном канале. Вот почему. Говно страна России, а Российская Федерация говно государство. Не для жизни. Не для жизни. Так жить нельзя. Так, как здесь живут, здесь жить нельзя. И все меньше меня связывают с этой страной. И все меньше у меня желания здесь жить. Говно здесь. И люди желают быть рабами, что хуже всего. Люди желают жить рабами, но для людей главное, чтобы еще кто-нибудь еще ниже их. Не сами к звездам, нет, но чтобы еще кто-то ниже, бля, в говне сидел. Сами готовы сидеть в говне, но, блядь, чтобы кто-то еще сидел ниже, кому-то еще было хуже, блядь. По поговорке у соседа корова сдохла. Но есть люди, их немало, которые понимают, что Россия страна говно. Российская Федерация – говно государство, которое только дерет с людей, что русские нации рабов, прощай, немытая Россия, страна господ, страна рабов. Лермонтов, блядь, 200 лет назад, я это сказал, страна рабов. И жополизов, я бы еще так сказал, страна рабов и жополизов, которые самозабвенно барскую задницу, блядь, хотят вылизывать. Вот есть люди, которые это понимают. И это сознание этого. Жить-то тяжело. Мировоззрение правильное, но от того, что ты понимаешь, что ты живешь, блядь, не в яблоке, а в говне, блядь, червяку-то, блядь, от этого не легче, блядь. Другие-то червяки в яблоке, а мы в говне, блядь. Есть такое, понимаешь ли, слово «Родина».
И мне хочется их как-то утешить. А чем я могу утешить? Ну вот создал я площадку. Канал «Лох по жизни» – это уже не я. Давно уже не я. Уже, по крайней мере, полгода канал «Лох по жизни» – это не я. Моя роль на канале «Лох по жизни» свелась к тому, что я выхожу и говорю: здравствуйте, танцплощадка сегодня работает, танцы состоятся, дамы приглашают кавалеров, а я вот здесь вот рядом постою, здесь вот милиции, дружинники, вот это я, чтобы хуета, блядь, ну, не лезла, блядь, здесь под ноги моим людям. А они танцуют сами, общаются между собой, стихи пишут. Получилась хорошая площадка. Я там не то, что не при делах, ну как завклубом. Пришел, здравствуй, танцы будут. Танцы будут? Будут танцы. 6 дней в неделю, кроме субботы. Это не потому, что я в субботу не работаю, соблюдаю шаббат. Нет, не поэтому совершенно. В субботу, завтра я буду записывать 2 ролика. Просто в пятницу вы обычно порете, блин. В субботу вам с утра не до роликов. Ну зачем же я буду в холостую? Я буду ролики снимать, а вы с похмелья будете валяться и не просматривать их. Зачем это? Поэтому я в субботу и не выкладываю. В субботу я снимаю. Я и в воскресенье снимаю. Завтра я наметил снять 2 ролика. У меня 2 темы есть. Про Соловьева опять-таки надо. Про Рудольфовича Владимира. Хорошая тема. Не пропустите, кстати, хорошо будет, по нему сказано. Ну, вот такую вот площадку создал я, как лох по жизни. Причем неожиданно для самого себя. Я не думал, что канал получится таким. Я думал, что я такой красивый, умный, эрудированный, буду там что-то говорить. Нет. Мои ролики – это побудительный мотив моих читателей поделиться своими уникальными, их мыслями на ту же тему, которую я озвучил. То есть они тоже думали над этим, тоже переживали. Но им некому об этом рассказать. Им некому об этом рассказать. Власть – говно. Власть обеспокоена только сохранением своей власти. Ей не до народа абсолютно. Ей только ограблением, то есть вот налоги. Ограблением озабочен. Налоги поднять, новые налоги ввести, штрафы побольше. Блин. Народу во власть нет, не пропустит. Власть во власть не пропустит народ. Власть у нас теперь самовоспроизводящаяся. Страшно далеки они от народа. Телевизор врет, СМИ врут. Более того, журналисты стали дураками. Советское образование заканчивается этим, уже выходит на пенсию. Мое поколение уже скоро начнет выходить на пенсию. А ведь нам было чуть больше 20, когда эта поебень, блядь, началась, блядь, с Ельцином. Там, блядь. В 91-м году мне было 25 лет. Журналисты малограмотные. Писать по-русски не умеют. Мягкие знаки на шипящих. В конце слов, глаголы совершенно не совершенного вида, тся-тся не умеют писать. Я уж не говорю про subject, про предметы, которые мне пишут. Журналисты дураки, малограмотные, в телевизоре лгуны, власть сама по себе. Людям просто негде выговориться. Вот есть такая отдушина, приходят люди. Выговариваются, я с ними разговариваю, они между собой разговаривают. Хорошо, что вы им не мешаете, не нужны там. Вот о чем я подумал. Хорошо, что вас там нет, золотенькие. Вы здесь, вот здесь вот, да, вот, вот здесь вот вам песочница, пожалуйста. Какой-то хуеплет, тут я посмотрел, что-то про мою жену сказал, блядь. Пидор ты, блядь, просто ты пидор, нахуй, блядь. Просто, блядь, ты пидорас, а я тебя забанил, нахуй, блядь. Про мою жену еще. Моя жена богиня, блядь.
Вот. Забанил я еще одного хуеплета отсюда. Не надо здесь про моих родственников, про меня. Не надо. Не хочу. Я собственник этого ресурса. Блядь. Не надо. Я же вас мудаками перестал называть, блядь. Прекратите, блядь. Хуеплетов буду банить, блядь, за это. За личные выпады, блядь. Я не готов от всякой хуеты выслушивать здесь, блядь, на своем же собственном ресурсе, блядь. Ни за какие деньги в пизду. Ну вот, что я хотел сказать. Хороший канал «Лох по жизни». Полезный канал «Антилох по жизни». Вообще полезный, блядь. Вчера или позавчера что-то вызверился на вас, так хорошо стал, пошел ролик прям налегке записал, прям вот налегке. От первого слова до последней точки, прям на одном дыхании, хоп, как легко, прям, ну вот это я понимаю, что значит без негатива. Негатив на вас выплеснул. Что значит без негатива в душе, снимаешь ролик, ни о чем голова не задумывается, никаких проблем нет, блин. Вообще полный заебок. А у вас, наверное, нет потребности выговариваться. У вас есть потребность обосрать кого-нибудь, поднасрать, блядь. А вот так, чтобы вот выговориться, чтобы вот исповедаться кому-то, блядь. У вас нет нихуя, блядь. Ну, поэтому я вас и отселил в пизду. Вас вот здесь вот копошитесь, ну, как дети в песочнице. Нехуй вам, блядь, в старших классах это делать. У вас еще, блядь, коленки грязные, блядь. И цыпки на ногах. В пизду, нахуй, блядь. Я, конечно, объявил амнистию, что да, блядь, возможен перевод, блядь, так сказать, полное прощение грехов, перевод в высшую лигу, блядь. Ну, ребят, вы, блядь, не выполните эти условия. Ну, просто я вас знаю, вы, блядь, мягкоголовые, блядь. Не по мозгам. Я просто вижу, блядь, уровень общения, блядь. Образительный контраст в комментах, блядь, на там, на канале «Лох по жизни», вот здесь вот на антилохе. Образительный просто, блядь. Африка, блядь, и Северный полюс, блядь. Читаю ваши комменты, у меня, знаете, блядь, каждый второй коммент хочется, блядь, знаете, вот единственный комментарий, на каждый второй ваш коммент хочется сказать, блядь, долбоеба, ебаный рот на суд. Просто долбоеба. И не, без злости, без эмоций, блядь. Вот понимаете, вот учительница, когда проверяет тетрадки, блядь, ставит двойки, двоечницу, ну что, она, блядь, прям огорчает, прям сердце кровью обливается. Не ее это болтус, блядь. И старости, блядь, не он будет кормить эту училку, блядь. Училка ставит, ну, долбоеб, долбоеб, ну, двойку, нахуй. Потом двойку в четверть, а потом на второй год, блядь. Ну, я тоже вот почитаю, блядь, каждый второй ваш коммент, блядь, вызывает у меня реакцию такую, блядь, долбоеба же, нахуй. Да я знаю, что мир переполнен долбоебами и мудаками. Вот я и просеиваю, фильтрую людей от вас. Вас надо держать отдельно от людей. Вот какие мне мысли ночью. Начитал, вспомнил Афган, сон отлетел. Блядь, 35 лет прошло. Нихуя не отпускает, блядь. Нихуя не отпускает. Как вчера все было, блядь. Все такие яркие картинки, нахуй. Ладно, спокойной ночи вам.